Расскажу вам историю про одного человека, который очень успешно работал, рекрутируя людей в интернете. Он разработал специальную методику, систему отладил и начал. И у него действительно стало получаться. Люди подписывались в разных городах. И все пошло. А потом его сильно хвалили, ставили в пример. Да и сам он гордился собственными результатами, деньги зарабатывал действительно. И люди его начали дублировать эту систему, у них включений было много в бизнес людей. А потом все как-то остановилось. И я с ним разговаривал как-то, и он мне говорит: а ты знаешь, я-то могу. А вот те, кого я завел в бизнес, они в большинстве своем не могут. Они не могут заплатить денег за рекламу. $200 в месяц надо положить в рекламу в интернете, чтобы что-то крутилось. Они не могут так быстро освоить все технические тонкости, систему этих рассылок и так далее, и так далее. Они не могут того, они не могут всего. Они обыкновенные люди. Это ты герой. Я вот долгое время этого не понимал. Я думал, что если я делаю, значит остальные будут делать. Более того, мне нравилось, когда я выделялся тем, что я такой герой Советского Союза. Что я красиво говорил или еще какие-то там особые презентации проводил. Как-то замысловато рассказывал. Потом постепенно пришло понимание, что я рушил свой собственный бизнес. Вот скажите, вам нравилось бы красоваться перед группкой, небольшой группкой своих людей, имитируя успех, сидя без денег, или делая простые вещи, примитивные, я бы даже сказал, доступные любому, чтобы эти вещи, эти презентации, эти действия повторяли все, абсолютное большинство, кто, видя успех, чей-то результат, возбуждается и желает это повторить. И у него получается, потому что все просто. Чтобы армия обыкновенных людей, от пацанов сопливых до бабушек, взрослых мужчин и женщин. Я понимаю, что есть люди с тремя высшими образованиями и со всякими разными амбициями. Им кажется, что это слишком просто, что это примитивно, что им это, извиняюсь за грубость, западло так действовать. Нужна какая-нибудь такая особая система, чтобы красиво выглядело. Но в жизни успех, результат, эффект дает то, что жизнеспособно, а жизнеспособные вещи, они простые. Потому что они способны выдержать эту жизнь. Они способны пройти проверку на испытание, на прочность, когда жизнь вмешивается в процесс. Итак, простые действия. Какие простые действия? Женщина, пенсионерка. Это колоссальный потенциал для нашего бизнеса. Мальчик, студент. Это потрясающий потенциал. Военный пенсионер – это невероятная сила. Учителя, обыкновенные люди, без зауми в голове. Им нужен обыкновенный, простой прием. Но их надо еще убедить, что это работает. Они это, увидев однажды, будут повторять только в том случае, если кто-то подобный им начал зарабатывать деньги. А начинает зарабатывать деньги, когда работают быстро, много, получает результат, возбуждается и начинает действовать с утроенной энергией. И когда эти деньги возникают, то энергия передается вниз. И если ты привел троих, и они возбудились, и каждый привел по два, по три, по пять, то ты представь, какое возбуждение у тебя, когда у тебя во втором поколении такая группа возрастает. А представь, что с этими людьми творится. И начинается кипяток. Вот это и называется вспышка. Меня сильно ругали, долбили за эту вспышку, но это сработало и продолжает работать. Но этому надо научиться. Это надо понять. Я вам помогу. Я так думаю, что смогу помочь. Не всем, правда,
А кто захочет?